Привет, всем привет, с вами Максим Шубин. И сегодня мы поиграем в одну игру, которая находится почти на первом месте в трендах Google Play. То есть она достаточно такая хитовая, известная. Возможно, вы уже ее узнали. Напишите в комментариях, как называется эта игра. В общем, здесь что-то изначально похоже на какой-нибудь там Sims, не знаю, какую-нибудь часть, может быть четвертую, может быть уже пятая выходит, когда вы смотрите этот ролик, да? А также здесь есть вот еще такие штуки, сейчас я вам все покажу. Итак, нажимаем играть. И надо здесь сделать вот этих вот 5 штучек, получается, даже 6. У нас цели 20. Попробуйте объединить 5 фишек и посмотрите, что произойдет. Давайте как раз таки объединим, и вы уже увидите, что происходит. Это бонус-бомба, проверим, как он работает. Так. Оу! Прекрасно. Выглядит, знаете, ярко, сочно, мощно. Бонус-бомбу можно получить, составив комбинацию из 5 фишек. Попробуйте создать еще один. Собственно, как раз таки у нас будет 5 фишек. И активируйте бомбу, дважды нажав на нее. Таким-то образом, дважды нажимаем, и все, бомба активируется. Превосходно. Попробуйте собрать несколько бомб, самостоятельно проходя уровень. Ну что ж, здесь на самом деле надо думать. Реально надо думать. То есть вот бомбочку я составил, приятно, не скрою. Так, это было хорошо, друзья, это было правда очень даже хорошо. Далее нужно пытаться найти, опять же, попытаться составить 5. Это на самом деле не так просто, друзья. На самом деле не так просто, нужно думать. Вот, ну, кстати, игра порой нам сама подсказывает. Это приятно, друзья мои, чтобы все-таки как-то быть более-менее в игре. То есть как-то, ну, стараться выиграть, стараться пройти ее, стараться хорошо себя проявлять в этой игре. Так что это очень даже хорошая штука, очень хорошая подсказка, потому что здесь ограниченное количество ходов. Эта игра, в принципе, бесплатная, но, между прочим, я прошел уровень. Но здесь достаточно такая сильная донатная история. То есть, если ты играешь как-то не очень, не совсем понимаешь, как и что делать, не получается у тебя вот эти вот штуки выполнять определенное задание, то, чтобы дальше идти по игре, нужно донатить. Нужно донатить в игру, это как бы минус, конечно, в игре, но, тем не менее, это есть. То есть, в любом случае, если у тебя есть деньги, если ты хочешь даже дальше продолжать, то окей, ты можешь дальше продолжать. Игра выглядит довольно симпатично, согласитесь, ребят. Такая, знаете, приятная, добрая, семейная атмосфера. Мне кажется, вот этой семейной атмосферы, атмосферы любви, такого, знаете, семейного тепла многим не хватает, в том числе, я думаю, и мне. И в этой игре вы можете это найти. Это правда очень приятно, мне это очень нравится. И, наверное, вот просто, ребят, послушайте музыку. Музыку в этой игре, какая она такая, знаете, легкая, классическая. Ну, мне нравится, я наслаждаюсь этой музыкой. Также здесь есть классный саунд-дизайн, то есть вот эти всякие нажатия на кнопочки, вот эти всякие там действия в игре, все связано с определенными звуками, это очень круто. Так, кресло, какое мы выбираем кресло? Можем, в принципе, такое выбрать кресло, либо такое. Слушайте, ну давайте пусть будет желтенький, хотя не желтенький, как-то стрёмно смотрится. Короче, пусть будет красный, окей, пусть будет красный, первоначальный наш выбор. Коврик. И, конечно же, замечательная креслица, друзья мои. Красота. Удобное кресло и свежая газета. По-моему, прекрасное сочетание. Остин. Это вроде как чувак, который заботится о доме, типа... Типа да. Глядите-ка, объявление. Магазин мягко и удобно начинает распродажу весенней коллекции кроватей. Мне как раз пора заменить свой старый диван. Я на нем даже в юности не помещался. Поставить кровать. Новая задача. То есть у нас появляются новые задачи. Чтобы их выполнить, надо как бы определенно вот эти вот действия, вот эти вот штуки соединить, вот эти шары, чтобы они взрывались. В общем, из минусов. Как бы здесь не так уж много экшена. То есть если ты игрок, человек, зритель, любишь, чтобы было много экшена, стрельба, там вот это движение, то эта игра, наверное, не совсем для тебя, потому что здесь больше какой-то расслабухи, то есть ты можешь вот так вот играть и вот так, знаете, расслабившись, просто как-то наслаждаться красками, наслаждаться графикой, да, это мобильная игра, но графика здесь вполне себе, я считаю, неплохая. Да, она не супер топовая, есть, конечно, игры и более высокой графики, но, тем не менее, эта игра бесплатная и достаточно приятная. Выберите бустеры. Я могу что-то вы... Ага, это еще недоступно, это доступно только, ребят, с более высоких уровней. У нас пока что 3-й уровень, как я понимаю. Итак, 25 пуговок. Пуговки какие-то
purple, фиолетовый. Составьте комбинацию в форме квадрата из 4 фишек. Угу. Вот у нас, ребята, основная цель — это составлять форму из 4 фишек. Вы получили самолетик, активируйте его, сдвинув с места. Пожалуйста. Самолет летает. Замечательно, соберите еще один самолетик. Угу. А теперь активируйте его двойным нажатием. Пожалуйста, все прекрасно работает. Так, отлично. Попробуйте собрать еще несколько самолетиков, проходя уровень. Окей. Собственно, давайте попробуем этим и заняться. Далее. Вот там говорят, здесь надо сделать. И здесь будет вот такая вот ракета. Но нам все-таки нужно попытаться собрать самолетики. Вот, допустим, вот, пожалуйста, самолетик. Погнали, полетели. Нет, ребята, это на самом деле очень весело. Это так красочно, все хорошая анимация. Мне нравится, просто вот, я кайфую. Просто какой-то такой, знаете, зрительный оргазм получаю, мне очень приятно это смотреть. Так, вот здесь можно сделать квадратик и получить, соответственно, самолетик. Мы нажимаем, ну, двойное нажатие, и жить, полетело прекрасно. Мне нравится, не знаю, мне нравится. Как вам, пишите в комментариях. Угу. Это было достаточно удачное действие. Так, здесь вот тоже мы можем сделать. Ага, вот сюда мы можем. Правильно, так. Теперь самолетик полетел прекрасно. Прекрасно. Вау, вау. Мы, похоже, уже выполнили задачу. Уровень, ребята, пройден. То есть, в принципе, здесь не супер сложная игра. И мне это нравится, друзья мои, потому что эта игра, она все-таки рассчитана на массового зрителя. То есть, не прям таких жестких холдовых чуваков, которые прям давно уже играют, супер скиллами обладают. Она такая легкая, ненапряжная игра для всех, скажем так. То есть реально для всех. Но здесь есть также вначале хорошее обучение в игре. И ты можешь понять, вникнуть в игру, и как бы уже все становится понятно, и ты дальше уже сам идешь по пути выполнения определенных задач и заданий в этой игре. Это приятно, друзья. Это правда приятно. Так, дальше что у нас? Дальше нужно поставить кровать. Хочу вот такую кровать. Не знаю, мне нравится вот такой, знаете, цвет. Очень даже симпатичный, мне кажется. Вот у нас такая полочка футуристичная, такая в форме круга. Тоже довольно выглядит симпатично. Под диваном лежала коробка с моими школьными наградами. Статуэтка за отличное окончание курса домоводства. Кубок за победу в музыкальном конкурсе. Слушайте, это парень реально талант. Куда же их поставить? Этот шкаф развалина не годится. Максим, вы можете... мне выбрать новые шкафы. Окей, давайте заменим шкафы. Поставить кровать, мы это уже задачу выполнили. Заменить шкафы, окей. Недостаточно звезд, опять же нужно идти, катать, играть. Итак, у нас получается вот следующее задание. Нужно сделать 5 в ряд. И вот получается такую вот дискотечную бомбочку сделать. Она, по-моему, так выглядит. Число ходов на каждом уровне ограничено. Это дается 20. 20 это мало ходов. Из 5 фишек можно получить не только бомбу. Попробуйте собрать их в ряд. Собираем в ряд. Это бонус — радужный шар. Поменяйте его местами синей фишкой, чтобы убрать с поля все фишки одного цвета. Все фишки одного цвета. Ну что ж, хорошо, почему нет. Очень такая, знаете, мощная, мощная. Прикольно, прикольно. Так, вот допустим, здесь вот эти зеленые чашечки давайте поменяем. Далее давайте получаться красные. Ну вы поняли, да? Красные бабочки, так, давайте эту штуку будем использовать. О, прям мощный, мощный такой удар. Так, далее, нам нужно снова собрать петифон. Петифона нужно собрать, это 4, это мало половин. Ну ладно, окей, давайте пусть будет хотя бы 4. Используем ракету, ракету на старт. Отлично, далее давайте опять же ракеты воспользуемся. Нам нужно собрать, ребята, 5, нам нужно собрать 5. Ну, в принципе, вариант, хотя это, правда, самолетик, но тем не менее, тоже неплохо. Бомба, ребята. Бомба. Воу. Вот это было мощно. Вот это было мощно. Пятерочку. Пятерочку собираем, безусловно. Так. Ага. Какая лапочка. Вот это прям мощь, ребят. Сейчас была мощь, согласитесь. Просто. Воу! Это страйк, ребят. Это страйк. Так, далее. Давайте тоже используем бомбочку вот эту замечательную. Далее. Далее нам что нужно забрать? Далее мы уже все прошли, ребят. Это прям must-have, ребят. Это прям must-have. Не очень нравится. Круто, ребят, напишите в комментариях, как вам эта игра, зашла ли она вам. Может быть, вы хотите новый ролик по этой игре. В общем, ребят, с вами был Максим Шубин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых роликах. Всем удачи и до скорой встречи.